Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале «Первый Карагандинский», в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Покончила с собой, не выдержав обвинения. Главный бухгалтер отделения Казпочты в Каракаралинске совершила самоубийство. Родные уверены, все обвинения ложные. В Караганде завершился первый международный фестиваль «Жыршы-Жырау», посвященный 350-летию Бухар-Жырау Калкаманулы. В мероприятии приняли участие 15 жырау из Казахстана и других стран. Образцовый хореографический ансамбль «Шолпан» отмечает 25-ю годовщину. В честь знаменательной даты во Дворце культуры Горняков состоялся отчетный концерт крупнейшего ансамбля Караганды. Прошло всего полгода после инцидента с кражей 14 миллионов тенге в одном из отделений Казпочты, а в злополучном филиале вновь разразился скандал. Обвиненная в краже 2 миллионов тенге, главный кассир отделения Казпочты в Каракаралинске покончила жизнь самоубийством. У женщины осталась маленькая дочь. Покойную Мольдер Тапину оплакивают родители, сестра, супруг и 8-летняя дочь. 30-летняя жительница Каракаралинского района свела счеты с жизнью, не выдержав давления со стороны начальства и комиссии. Всего пару месяцев назад женщина устроилась в отделение Казпочты главным кассиром. В марте месяце ее обвинили в хищении более 2 миллионов тенге. Родные отказываются верить, что Мольдер и вправду была виновной. По их словам, члены комиссии, прибывшие из Караганды, угрозами заставили ее подписать расписку, в которой она призналась в краже и обязалась вернуть круглую сумму. В последний раз я разговаривала с ней вечером 10 числа. Она плакала. Говорила, что не брала этих денег. Я сказала, если не брала, то чего ты боишься? Завтра утром приедут родители, все наладится. Приехавшие утром родители Мольдер обнаружили лишь тело своей дочери. Женщина повесилась на вешалке. Я вошла в комнату и увидела ноги своей дочери. Она страдает от анемии, поэтому я подумала, что она упала в обморок. Стала поднимать ее и увидела веревку на шее. Моя бедная дочка повесилась на вешалке. Супруг Мольдер считает, что его жена не справилась с давлением. Сам он до последнего не знал о происходящем. Придя на работу к жене, он стал свидетелем сцены, когда Мольдер окружили члены комиссии и ее начальник. Они требовали вернуть часть денег до 12 часов ночи. Сказали, вот, если до 12 не принесется, завтра уже будет худше будет. Завтра мы уже суд подадим, будете судиться, штрафы будете там не избежать, как правоохранительного органа будет, скажем. Вот так вот испугалась она, говорю. У работников отделения Казпочты своя правда. Они заявляют, что покойная призналась хищение и вернула часть денег – 1 миллион 300 тысяч тенге. А затем и написала расписку о том, что вернет оставшиеся 960 тысяч тенге. В час ночи вернула. Мы сразу его оприходовали в кассу, открыли кассу, хотя это нельзя открывать кассу в час ночи. Открыли кассу, оприходовали. А час она должна была вернуть. Работники Казпочты отрицают и факт давления. По их словам, никто покойный не угрожал. Нет, никто прям так и не сказал, что даже начальник даже не говорил, что судить будем, вот милицию вызовем. Никто не сказал. Вызвали мужа, мужу все объяснили, все показали, объяснили. Сказали, что надо вернуть эти деньги назад. О чем думала 30-летняя Мольдер, решаясь на столь отчаянный шаг, никто уже не узнает. В этой истории каждая из сторон придерживается своей версии. Однако имеется необратимый факт. Молодая женщина совершила суицид, лишив единственную дочь материнской любви. На вопрос, кто виноват, ответит следствие. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства». Стоит отметить, что это не первый случай, связанный с кражей крупной суммы в районном отделении Казпочты. Напомним, полгода назад грабители украли из отделения Казпочты в Каракаралинске 14 миллионов тенге. Что сейчас, что тогда, вину повесили на сотрудниц учреждения. Тохжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В
Караганде завершился первый международный фестиваль «Жыршы-Жырау», посвященный 350-летию Бухар-Жырау Калкаманулы. В мероприятии приняли участие 15 отечественных жырау, а также гости из России, Каракалпакстана, Монголии и Кыргызстана. В завершении заместитель акима области Жандос Абишев вручил участникам фестиваля сертификаты и памятные подарки. В ходе фестиваля участники исполняли произведения Бухар-Жырау Калкаманулы, который остался в истории как известный акын и главный советник Аблайхана. Участники Застаны Алмаз Алматов остановил свой выбор на песне Толгау под названием «Тилек», воспевающей 11 пожеланий для каждого человека. В произведении говорится о человечности, праведности, любви к своему народу и здравии родных. Виртуозный исполнитель, заслуженный артист Республики Казахстан Алмаз Алматов считает, что данное произведение является моральным кодексом того времени. Он бертилек, он мемлекеттік жүйедегі сол заманның концепциясы заңдылығын айтып өтті. 11 пожеланий – это своего рода концепция государственной системы того времени. В этой песне Толгау Бухар-Жырау призывает людей верить во Всевышнего, совершать благие поступки, ценить жизнь и здравие своих близких, проявлять храбрость и мужество, когда твоему народу грозит опасность. Он восхваляет в людях мудрость и милосердие. Это произведение по праву можно считаться моральным кодексом прошлых столетий. На церемонии открытия первого международного фестиваля, приуроченного к 350-летию Бухар-Жырау, с поздравительной речью выступил заместитель акима Карагандинской области Жандос Абишев. В рамках программы «Рухани Жангыру» по всему Казахстану проводится множество мероприятий, направленных на нравственное воспитание молодого поколения и духовную модернизацию общественного сознания. В этом году мы отмечаем 350-летие нашего великого предка Бухар-Жырау. Это знаменательное событие для каждого казахстанца, который полон патриотизма. Мы должны ценить наследие таких личностей, как Бухар-Жырау. В связи с этим и был организован данный фестиваль, который собрал воедино одаренных исполнителей из Казахстана и зарубежья. Я желаю удачи всем участникам. Каждый из 19 участников фестиваля имеет огромный опыт за плечами, а главное, с трепетом относится к древнейшему народному искусству. У каждого есть харизма и собственный стиль исполнения. Одним из ярких участников, который полюбился карагандинскому зрителю, стала Айпери Кульбаева из Кыргызстана. Сегодня для меня очень радостный день. Меня тепло встретил братский народ. Я не раз приезжала в Казахстан на разные конкурсы и фестивали. Но в этот раз я пребываю в особом расположении духа. Данный фестиваль имеет большую значимость. До этого я не была хорошо знакома с произведениями Бухар-Жырау Калкаманулы. Но теперь я узнала многое о его творчестве. Меня поразило то, что в своих произведениях он будто писал современный мир. Подобный фестиваль на земле Сарарки прошел впервые. Организаторы отмечают, что главная цель мероприятия – возрождение древнего искусства. Примечательным является и то, что фестиваль объединил представителей тюркского мира. Представитель Казахстана в международной организации «Тюрксой» Аскар Турганбаев убежден, что в дальнейшем фестиваль приобретет традиционный характер. Она, я думаю, будет продолжаться, станет традиционным фестивалем. Тогда уже будет, наверное, каждый год будем пропагандировать наследие Бухар-Жырау. И в Кыргызстане, возможно, в будущем, возможно, этот фестиваль превратится выездным, возможно, в другие страны тюркские, которые даже можно вот, те страны, которые очень близко к казахскому народу. Каракалпаки, узбеки, кыргызы, они прекрасно понимают казахский язык, прекрасно знают казахскую культуру. Вот туда и можно выезжать потом. Так что есть возможность, куда расти. В завершении фестиваля заместитель акима области Жандос Абишев, почетный гражданин Караганды Рымбала Умарбекова, а также представитель Казахстана в международной организации «Тюрксой» Аскар Турганбаев наградили всех участников сертификатами и ценными призами. Толжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.
Масштабные преобразования в экономике, политике и в обществе должны сопровождаться модернизацией общественного сознания граждан Казахстана. Об этом в своей программной статье Рухани Жангыру отмечает глава государства. Студенты Карагандинского экономического университета вышли на улицы города, чтобы раздать карагандинцам листовки, в которых кратко изложена вся суть программы. Программная статья президента о модернизации общественного сознания Рухани Жангыру включает в себя реализацию многих проектов. Это и возрождение национального самосознания, и решение социальных проблем регионов, и многое-многое другое. Сама статья – это объемный труд. Чтобы карагандинцы могли ориентироваться во всех этих программах, созданы специальные листовки. В них кратко изложены проекты и подпрограммы. За распространение листовок взялись студенты экономического университета. Мы раздаем в местах скопления людей города Караганда, мы раздаем листовки, на которых кратко изложена сама программа президента Рухани Жангыру, основные ее постулаты, основные какие-то моменты. Там изложены спецпроекты. В акции активно участвуют студенты КЭУ, студенты-волонтеры. Жители активно принимают участие в акции, охотно берут листовки, задают вопросы. Ну, царит мир и согласие. Участники акции уверены, что перед каждым казахстанцем стоит задача самообразования и самосовершенствования. Человек должен идти в ногу со временем, расширяя свое сознание, приобретая новые компетенции. Студенты экономического университета заявляют, что только всеобщими усилиями возможно реализовать все проекты, предусмотренные программой Рухани Жангыру. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов, избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи, уберет причины хондроза, сколиоза, использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь... Распать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Мая отмечался Международный день медицинской сестры. Представительницы самой гуманной профессии в этот день по всему миру принимали поздравления и слова благодарности от своих пациентов. В канун профессионального праздника в карагандинском комплексе Досторолем на торжественном мероприятии собрались лучшие медсестры Карагандинской области. Ангелы в белых халатах. Именно так медицинских сестер назвала первый заместитель председателя областного филиала партии Нуротан Кадиша Успанова. Стоит отметить, что для нее профессиональный праздник медиков не является чужим. Кадиша Успанова сама долгое время обучала студентов медицинских образовательных учреждений. Она является кандидатом медицинских наук. Вы знаете, что в течение многих лет очень много внимания президентов страны, наша государственная политика направлена на улучшение благосостояния и здоровья нации, наших казахстанцев. И в этом большую роль и свой вклад вносите вы, медицинские сестры, руководители медицинских колледжей, преподаватели, которые готовят высококвалифицированных специалистов. Мне бы хотелось пожелать вам самим здоровья, счастья, благополучия. Труд медицинских сестер всегда востребован и заслуживает признания. Праздник для виновников торжества организовало областное управление здравоохранения совместно с Карагандинским высшим сестринским колледжем. 5 мая Министерство здравоохранения поздравил всех сестер Карагандинской области, в том числе
и по республике. И были в том числе медицинские сестры с нашей области. Четверо награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Казахстан». И сегодня мы большое мероприятие проводим в большом зале. Чествуем 350 сестер приглашены на это собрание. Это буквально со всей области. В рамках мероприятия состоялось награждение благодарственными письмами и денежным подарком от Акимата Карагандинской области, партии Нуротан, Управления здравоохранения и Профсоюза работников здравоохранения. Необходимо отметить, что 12 карагандинских медицинских сестер были награждены в Астане. Среди них Орыся Шагарова. В столице ей вручили знак «Отличник здравоохранения». Труд медицинской сестры требует стрессоустойчивости. Поэтому медицинские сестры должны быть всегда внимательны и терпеливы. Я поздравляю ее накануне этого праздника всех медицинских сестер с их профессиональным праздником. Желаю им крепкого здоровья, профессионального роста, спокойных побольше дежурств и, конечно, благополучия. В ходе торжественного мероприятия организаторы наградили призеров областного профессионального конкурса. Первое место в конкурсе заняла Светлана Вавилина, медсестра областной детской клинической больницы. Второе и третье между собой разделили Зарина Шамилова из поликлиники номер 5 и Акмарал Махметова, поликлиника номер 3. Все участники были награждены дипломами и памятными подарками. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С 2005 года во всем мире во вторую субботу мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Основная цель – довести до широких кругов общественности информации об опасности данного патологического состояния и серьезности его осложнений. По инициативе областного центра формирования здорового образа жизни врачи-кардиологи провели акцию в одном из торговых домов Караганды. Многие люди подвержены стрессовым влияниям в повседневной жизни. Эти факторы способствуют повышению артериального давления, переходу болезни в тяжелую форму. 12 мая отмечался Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Врачи-кардиологи по традиции провели выездную акцию. В ходе акции всем желающим измерили артериальное давление, провели консультации, а также вручили горожанам информационные буклеты и памятки. Жительница Караганды Надежда Александровна не преминула воспользоваться этой возможностью. Да, очень понравилось. Спасибо большое за услуги, за внимание. Очень хорошо, все прекрасно. Давление измерила и сотрудница одного из отделов Людмила Витальевна. Мне 45 лет, и сейчас померила давление. Ну, в норме, как бы. Немножко понижено, шла за кофе. Медики отмечают, что проблема болезни системы кровообращения и, в частности, сердечно-сосудистых заболеваний в последнее время приобрела характер мировой эпидемии. Болезни сердца и сосудов занимают лидирующее положение в структуре заболеваемости и смертности в Карагандинской области. Множество пациентов пренебрегают профилактикой гипертонии и здоровым образом жизни. Немало людей остается с невыявленным заболеванием и не получают адекватного лечения. Главная цель акции – довести до широких кругов общественности информации об опасности высокого артериального давления. Мирамгуль Салкимбаева, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Темиртауским металлургам рассказали о вреде курения, а также о прямой зависимости табакокурения и заболеваний легких. Специалисты Управления здравоохранения выступили с лекциями перед работниками металлургического комбината. Ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит жизни более 7 миллионов человек. Из них около 900 тысяч не являются курильщиками и умирают в результате вдыхания вторичного табачного дыма. Употребление табака является второй после высокого кровяного давления причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом специалисты рассказали темиртауским металлургам. То есть как бы разъяснили, какие могут быть последствия, как социальные, так и медицинские, в результате употребления табака, рассказали, значит, какие могут быть виды лечения и какая может быть оказана как психологическая, так и медикаментозная помощь. Ознакомили их. Я думаю, что наша лекция принесет свои положительные результаты. И многие, наверное, откажутся от курения, так как сейчас модно здоровый образ жизни.
Мероприятия, проводимые в рамках Всемирного дня борьбы с курением, направлены на снижение распространенности табачной зависимости, а также на вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Образцовый хореографический ансамбль «Шолпан» отмечает 25-ю годовщину. В честь знаменательной даты во Дворце культуры Горняков состоялся отчетный концерт крупнейшего ансамбля Караганды. Поздравить руководителя заслуженного коллектива области Гульнар Умарову пришли первые ученицы, благодарные родители, а также специалисты управления культуры, архивов и документации и управления образованием. Танцевальный ансамбль «Шолпан» всегда отличается высоким уровнем исполнительского и сценического мастерства. Выступление коллектива непременно сопровождается бурными овациями и восхищенными возгласами. За 25 лет работы дружный коллектив сумел доказать, что ансамбль «Шолпан» – это олицетворение изящества и красоты танцевального искусства. Сегодня их знают далеко за пределами страны. Несколько десятков гран-при и первых премий областных, республиканских и международных конкурсов. Множество стран Европы и Азии, которые покорили танцоры ансамбля. О заслугах коллектива можно говорить часами. За всеми достижениями своих учеников стоит руководитель ансамбля, заслуженный работник образования Республики Казахстан Гульнар Умарова. В столь радостный день Гульнар Мендебаевна вспомнила то, как начиналась история ансамбля «Шолпан». Ну, самым сложным всегда начало бывает, когда просто чисто на энтузиазме своем, детей, родителей, бегаешь, берешь в аренду костюмы, потому что своих нету пока ничего. Потом находишь какие-то небольшие материальные ресурсы, чтобы купить какую-то дешевую ткань и скроить эти костюмы, а сами сшивали. Вот был такой момент. Конечно, были такие моменты у нас. Коллектив, который в самом начале своего пути состоял из 12 человек, на сегодняшний день является школой для 400 мальчиков и девочек, юношей и девушек. За долгие годы существования ансамбля его работу высоко оценили первые лица государств. Ни одно социально значимое событие в жизни города или региона не обходится без красочного выступления коллектива. За неустанный труд и значимый вклад в развитие искусства коллектив неоднократно был награжден грамотами и благодарственными письмами, последние из которых начали в отчетном концерте от лица акима Карагандинской области Ерлана Кошанова вручил руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агамбаев. Праздничный вечер руководитель ансамбля Гульнар Мендебаевна не раз выходила на сцену принимать поздравления. В ходе концерта ей вручили благодарственные письма от имени акима Караганды Нурлана Убакирова, а также руководителя управления образования Есенгазы Мангалиева. На отчетном концерте зрители увидели лучшие номера в исполнении плеяды учеников Гульнары Умаровой. Тохжан Лянова, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинская группа «Топ Бенд» представила вниманию публики свой первый клип. На презентации собрались друзья и близкие участников группы. Молодые исполнители поведали нашим журналистам о своих впечатлениях и рассказали о планах на будущее. Группа «Топ Бенд» была создана 2 года назад. Тогда Думан Баймагамбетов собрал талантливых парней и девушек, которых объединяли любовь к музыке и желание творить. Несколькими днями ранее молодая группа презентовала свой первый клип в одном из ресторанов города. Выбор исполнителей пал на татарскую народную песню. Автором текста выступил Рауан Кариболдин. Съемки клипа проходили в солнечном Ташкенте. А для этого вся команда «Топ Бенд» выезжала, вылетала в Ташкент. В городе Ташкент мы снимали у режиссера Эдгора Насырова, известный режиссер на СНГ, на постсоветское пространство. Съемки первого клипа – значимое и волнительное событие в жизни каждого коллектива. Вокалистка группы Ольга Мулевина признается, что волнение одолело каждого из участников группы. Очень волнительно, на самом деле. Мы все ужасно переживаем, потому что не знаем, чего ожидать пока еще. Мы сам клип еще не видели.
Волнуемся, конечно, как и все. Участники музыкальной группы планируют и дальше радовать своих поклонников новыми зажигательными песнями и качественными видеоклипами. Совсем скоро ребята отправятся в Астану, чтобы презентовать свой первый клип и столичной молодежи. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялся второй турнир по мини-футболу памяти Нуржана Ажикенова. Побороться за звание победителя собрались 8 лучших команд. Организаторы собирают спортсменов со всех уголков Карагандинского региона. Главной целью первенства является развитие спорта среди молодежи. Турнир организован друзьями Нуржана Жакенова. Организаторы планируют проводить турнир ежегодно, но уже в республиканском масштабе. Сам Нуржан Даутулы окончил школу-интернат номер 2. По словам друзей, очень любил спорт. Играл в футбол, занимался восточными единоборствами. Был кандидатом в мастера спорта по боксу и самбо. Нуржан Жакенов, өзіміздің досымыз. Нуржан Жакенов – наш друг. Эти соревнования, его памяти, мы проводим второй раз. Все это ради того, чтобы подрастающее поколение брало пример со старших и были близки к спорту. В соревнованиях участвуют 8 команд. Мать Нуржана Жакенова выразила огромную благодарность организаторам. Она отметила, что Нуржан с детства любил спорт и принимал участие в различных состязаниях. Есть такая поговорка: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Мой сын жил спортом. Мне очень приятно, что его имя не забывают. Спасибо его друзьям и товарищам, которые вот уже второй раз проводят это соревнование. Они в очередной раз доказали, что человек живет в сердцах. За первое место был вручен кубок и 300 тысяч тенге. Денежные вознаграждения также были вручены за второе и третье места. Не забыли и про лучших игроков, которые также были отмечены памятными призами. Андрей Теншал, Карал Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саугол Стар.